Тем временем Башар Асад назвал удары британских ВВС по территории Сирии незаконными и неэффективными. Отвечая на вопросы журналиста лондонской Sunday Times, глава Арабской Республики отметил, что без наземной операции и координации с правительственными силами они обречены на неудачу. При этом действия Москвы сирийский президент назвал примером легальной борьбы с терроризмом, отметив, что они существенно повлияли на улучшение обстановки в его стране. Россия, подчеркнул Асад, защищает не только весь Ближний Восток, но и Европу. Российская операция оказала значительное влияние как на военную, так и на политическую ситуацию в Сирии. Русские хотят защитить Сирию, Ирак, регионы, даже Европу. Я не преувеличиваю, говоря, что сегодня они защищают Европу.